Давайте откроем книгу «Послание к евреям», вторую главу, 14-15 стих. Евреям 2, 14-15. Здесь написано нечто, что сделал Иисус Христос для жизни каждого из нас. Своей голгофской жертвой, своей пролитой кровью. Иисус Христос сделал что-то, что должно быть нами понято и применено в каждодневной нашей христианской жизни. Как дети причастны плоти и крови, так и Он, имеется в виду Иисус Христос, также воспринял оные, чтобы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на 15 стих, который объясняет одну из основных целей Иисуса Христа, которую Он осуществил через свои страдания и смерть. До момента прихода Сына Божьего на эту землю человечество находилось в рабстве страха, в рабстве перед завтрашним днем. Когда согрешает грешник, он боится за свою собственную шкуру, за свою жизнь, за жизнь своих детей. Потому что эта природа греха делает человека рабом страха. Страх – это чувство, эмоциональное чувство, которое может быть в жизни каждого человека на этой земле. Но верующие люди, согласно прочитанному нами слову из Нового Завета, книги «Послания к евреям», они избавлены от страха смерти. Почему? Потому что Иисус Христос заплатил цену. До того, как Он пролил свою кровь, все потомки Адама находились в рабстве. Потому что страх – это и есть настоящее рабство. Когда ты боишься, когда ты переживаешь, когда ты суетишься, когда ты не от хорошей жизни строишь огромной высоты заборы, когда ты подключаешь всевозможные сигнализации, тем самым пытаясь сохранить собственную жизнь, то, друзья, это не что иное, как рабство, и это просто тюрьма. Это тюрьма, в которой живут грешные люди. Но благодаря тому, что Иисус Христос однажды пролил свою святую кровь, Он выпустил нас из территории этой тюрьмы. Он выпустил нас, и мы стали свободными людьми. Поэтому все законы, зоны, в которой мы однажды находились, греховной зоны, они уже не распространяются на тех, кто покинул пределы этой греховной зоны. Если освобожденного человека отпустили на свободу, то на него уже не влияет все то, что было когда-то в его жизни, когда он был в заключении. Вы знаете, я думал, что же за определение слова «страх»? Вы знаете, я не нашел ни в одном толковом словаре определения. Я начал просто молиться, и Бог дал мне небольшую формулировку слова, что же такое страх, как можно сформулировать это состояние страха. Я хочу, чтобы вы записали. Страх – это отрицательные эмоции, которые вызваны либо словами, либо обстоятельствами, которые, в свою очередь, парализовывают человеческую душу. А именно душа человека состоит из трех составных – эмоции, интеллект, воля и разум. Эмоции, интеллект, воля и разум. И страх именно парализовывает человеческую душу. И как результат парализованной человеческой души человек испытывает недомогание в физическом теле. Посмотрите, друзья, я хочу, чтобы вы поняли, почему именно слова, сказанные людьми, могут вот именно парализовать человеческую душу. Есть история в Библии о человеке по имени Илья. Илья – пророк, человек Божий, который однажды стал инструментом в руках Бога, через который Господь совершил великие чудеса. 850 лжепророков Ваала были уничтожены через этого человека.
это духовная битва, которая состоялась в жизни пророка Ильи. И он стал победителем. Он стал человеком, который вернул Израилю веру в живого Бога. Отвернул сердце Израиля от поклонения лжебогам и возвратил сердце народу Божьему в вере и в уповании на Бога Авраама, Исаака и Иакова. И вот этот человек, который одержал такую великую победу, он вернулся домой. Вернулся домой, и его слуги сказали: Илья, Изавель, которая была языческой царицей, женою царя Ахава, Изавель, которая спонсировала и поддерживала идолопоклонство в Израиле, она, узнав о том, что Илья убил 850 лжепророков, просто сказала слова, которые очень сильно испугали Божьего человека. Испугали до такой степени. Просто слова, вдумайтесь, мы говорили, что страх – это именно отрицательные эмоции, вызванные словами. Дьявол понимает структуру и природу человека, поэтому он использует слова, которыми он просто парализовывает веру людей. Страх – это именно вера в отрицательные вещи. Чтобы понять, что такое страх, это тоже вера, но только вера в негативизм. Вера в плохое. Страх – это вера в плохое. И иногда люди верят больше в плохое, чем в хорошее. Послушайте, пришло время поверить в хорошее больше, чем вера в плохое. Первое, с чем нам надо разобраться в жизни, это научиться не бояться. Послушайте, в Слове Божьем 365 раз Господь говорит одно простое слово – не бойся. Страх – это ужасное чувство, от которого мы все должны быть избавлены. От которого мы должны быть избавлены, потому что страх не является частью нашей жизни. Мы абсолютно уже другие люди. И если дьявол пытается тебя по инерции контролировать, ты должен разоблачить все его планы и выставить защиту от своего врага, который пытается тебе опять навешивать страх за твою жизнь и за твое будущее. Не бойся, говорит Господь. Вы знаете, Бог всегда посылал кого-то из ангелов, и первое, с чего начинали его посланники, они говорили: не бойся, Мария, не бойся, говорил Гавриил, когда он встретил Иосифа, которому надлежало стать земным отцом Иисуса Христа, не бойся, Гедеон, не бойся, другие персонажи Библии. Все начиналось со слов «не бойся», потому что это основа всех основ. Почему Иисус сделал акцент на рыбаков? Да потому что эти люди каждый день выходили в море, и они каждый день чувствовали, как смерть дышит им в затылок. Бог понимал, что быть носителем Евангелия, быть распространителем Евангелия способны только бесстрашные люди. Не теоретики, знающие Тору досконально, но практики, не обученные, может быть, рыбаки, но те, которые будут не бояться врагов и идти, как трактор по тайге, прокладывая новую дорогу. Вы знаете, я хочу вам показать классический пример духовного сражения, в котором Бог действует через бесстрашного человека. Друзья, есть что-то очень общее между нами, как Божьими служителями Нового Завета, и Давидом, который был прообраз этого нового служителя и Бога на земле. Первая книга Царств, 17 глава. Посмотрите, с 1 стиха. Филистимляне собрали войска свои для войны и собрались в Сакхофе, что в Иудее, расположили станом между Сакхофом и Азиком в Ефес-Дамиме. Саул и израильтяне собрались и расположили станом в долине Дуба, приготовились к войне против филистимлян. И стали филистимляне на горе с одной стороны, а израильтяне на горе с другой. Между ними была долина. И выступил из стана филистимского единоборец по имени Голиаф из Гефа, ростом 6 локтей и пяди.
медный шлем на голове его, и он был одет в чешуйчатую броню, и вес брони его 5000 сиклей меди. Медные наколенники на ногах, медный щит за плечами, и древко копья его, как навой у ткачей. А самое копье его в 600 сиклей железа, и перед ним шел оруженосец. И стал он, и начал кричать к полкам израильским, говоря: «Зачем вышли вы воевать? Не филистимлянин ли я, а вы рабы Сауловы? Выберите у себя человека, и пусть сойдет ко мне. Если он может сразиться со мною и убьет меня, то мы будем вашими рабами. Если же я одолею его и убью его, то вы будете нашими рабами и будете служить нам». И сказал филистимлянин: «Сегодня я посрамлю полки израильские. Дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем». И услышал Саул и все израильтяне эти слова филистимлянина, и очень испугались, и ужаснулись. Я скажу вам, ужас – это апогей страха. Ужас – это следствие хронического страха и переживания. Когда человек говорит «я в ужасе», это он декларирует свое настоящее внутреннее состояние. Вы знаете, что многие люди, которые сегодня обладают деньгами, не могут справиться со своими внутренними страхами. Они кажутся грозными, они кажутся мощными и как власть имеющими, но на самом деле, если заглянуть внутрь их, они трусливы. Они несчастны, они жалки, потому что страх поработил их, и они находятся в темнице страха. Послушайте, мы прочитали только что место Писания. Дьявол использует тот же самый классический пример. Его задача – запугать, навести разные слова, сделать информационную войну, всеми путями навязать страх, потому что это его оружие. Вы знаете, сатана вчера, сегодня и вовеки тот же самый. Как Бог вчера, сегодня и вовеки тот же, Евреям 13:8. Так же самое и дьявол вчера, сегодня и вовеки тот же. Его методы очень просты. И апостол Павел однажды говорит: нам не безызвестны умыслы сатаны. Потому что, читая эту книгу, ты и я можем увидеть почерк дьявола и противостоять дьяволу твердой верой, чтобы он убежал. Никогда не бойся. Никогда не бойся людей. Посмотрите, книга Притчи, 29 глава, 25 стих. Я хочу, чтобы вы прочитали это место Писания. 29 глава, 25 стих. «Боязнь перед людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен». Посмотрите, боязнь перед людьми. Когда человек боится человека, он сам попадает в сеть. Он сам автоматически, боязнь перед людьми, просто делает его как бы полностью как бы ограниченным в своих действиях. Когда человек боится человека, чье дыхание в ноздрях его, а Бог есть автор и начальник жизни любой плоти на этой земле. Когда человек боится человека, он ставит, попадает, вернее, в сеть. Но написано: уповающий или надеющийся на Господа всегда будет безопасен. Во 2 Тимофея 1 главе, в 7 стихе, апостол Павел, говоря Тимофею, который проходил также совсем не сладкие дни своего служения, когда в то время римский император издал указ гонения на церковь, и в то время 50 тысяч человек было в Ефесской церкви, в которой был пастором Тимофей, эти люди испытывали гонения, позор и всевозможные атаки на них. И Павел, понимая трагическую как бы, ситуацию этих людей по-настоящему, когда их арестовывали и гнали, преследовали и обвиняли и клеветали, понимая эти вещи, он говорил им: «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы, любви и целомудрия». Потому что Дух Святой – это не есть дух страха. Дух Святой есть дух свободы. Дух Святой есть дух радости. И когда мы славим Бога, мы автоматически разрушаем все оплоты дьявола в царстве тьмы. И в Исаия 41 главе написано в 8 стихе: «А ты, Израиль, мой раб». Вы слышите? Мы его рабы. Я думал, что значит быть рабом Бога.
Это значит, что другой господин не имеет никакой власти над тобою, если у тебя есть уже какой-то господин. Иаков, которого я избрал, семя Авраама, друга моего. Вы знаете, Бог дорожит не только своими друзьями, но детьми своих друзей. Если у тебя был друг, и он уже ушел в вечность, и у него остались дети, внуки, я уверен, что те же самые хорошие отношения ты будешь сохранять к потомкам твоего друга. Авраам ушел на небо. Авраам сегодня находится в царстве небесного Отца. Он был патриархом веры верующих людей на земле. Но сегодня, благодаря дружбе с Богом, благодаря тому, что мы потомки Бога, Бог сегодня сохраняет свою верность к нам, как к детям или потомкам своего друга Авраама. Иаков, я избрал тебя. Посмотрите, мы думаем, что мы нашли Бога, но на самом деле Бог видел твой и мой потенциал. Бог видел что-то ценное в твоей и моей жизни, из-за чего Он избрал тебя и меня. Посмотрите, что здесь написано. Не бойся. Бог сегодня говорит церкви, не бойтесь, церковь. Не бойтесь, когда клевещут на вашего пастора. Не бойтесь, когда клевещет дьявол. Все нормально. Это нормальный процесс. Это процесс, значит, мы не безразличны царству тьмы. Мне наоборот всегда настораживает тишина. Меня всегда настораживает, потому что сатана своих не трогает. Он в них уверен, они полностью в его воле. Зачем их трогать? Они идут в ад. Но когда ты представляешь какую-то опасность для царства тьмы, знай, на тебя будет обрушена клевета. Иисус сказал, ученик не больше своего учителя. Если меня гнали, говорил Иисус, если меня ненавидели, знайте, меня первого ненавидели. Иисуса обвиняли, что Он исцеляет больных силой Вельзевула. На Иисуса собирали компромат и всю ночь пытались оклеветать Его грешники, говоря, он развращает наш народ, Он храм хотел уничтожить за 3 дня. Такую чушь говорили эти подкупные лжесвидетели, но ничего не смогли сделать. Посмотрите, Бог говорит, не бойся, Израиль, не бойся, церковь, не бойся, Божье дитя. Почему не бойся? 10 стих, я с тобою. Вы слышите или нет? Какое чудесное откровение. Бог никогда меня не оставляет. Я с тобою, не смущайся, ибо я твой Бог. Что такое Бог? Это творец моей судьбы. Это вершитель всех моих жизненных обстоятельств. И моя жизнь зависит не от людей, а от Него напрямую. Библия говорит, что касающийся вас касается зеницы ока моего, говорит Господь. Господь говорит, все волосы на голове твоей сочтены. Я знаю, что мой Бог очень ценит мною. Поэтому без воли Его с моей жизнью ничего не произойдет. Никто не может вершить моей жизни. Никто не может сделать что-то против меня без воли моего Отца. Посмотрите, как много раз Иисуса хотели подбить камнями. Помните первую проповедь в Назарете, в родной синагоге? Он сказал, Дух Господа Бога на мне. Он сказал, я пришел отпустить измученных на свободу. Я пришел исполнить волю Господню. И что произошло? Они схватили Его и хотели сбросить с высоты. Но Библия говорит, Он прошел сквозь них. И они не смогли ничего сделать. И когда Иисус стоял на суде у Пилата, который говорил, отвечай, ибо жизнь твоя в моих руках. Он говорит, тебе бы никогда не была дана власть надо мною, если бы не то, ради чего я пришел на эту землю. Говорит, я могу 12 легионам ангелов приказать, и не останется ничего от этого города. Но я пришел, чтобы сбылось пророчество обо мне. Я пришел, потому что я знаю, что воля Небесного Отца, чтобы я испил чашу свою до конца. Вы знаете, я уверен, друзья, нам надо брать пример с Иисуса. Он был бесстрашен. Возьмите Иоанна Крестителя, тоже бесстрашный человек. Все говорили ему, зачем ты говоришь на президента такие вещи? Зачем ты говоришь правду? Ведь он как бы, ну и власть имеющий. Но Иоанн Креститель говорил, это для вас он авторитет, а для Бога он блудник. И все говорили, самоубийца, нет. Богу нужны люди, бесстрашные на этой земле. Потому что если не будет бесстрашных людей, тогда нет надежды для погибающего мира.
Всегда должны быть бесстрашные люди. Люди, не боящихся людей. Люди, боящиеся Бога. Люди, которым не указ человек, но людям, которым указ Бог. Только Бог, только Его имя, только Его авторитет и ничто иное. Не бойся, я с тобою. Смотрите, я укреплю тебя. Когда ты бесстрашен, всегда приходит подкрепление. Я помогу тебе. Господь говорит, я скорый помощник в твоих бедах. Я поддержу тебя десницею, то есть правой рукою правды моей. Бог всегда поддержит. Он как тот, который на подстраховке. Даже если тебя ударили сильно, даже если тебя оклеветали, и ты чувствуешь, что ты падаешь, знай, сзади на подстраховке руки твоего небесного Отца. Нет, знаю другого, нет. Есть. Знаю, есть только ты. Свят Господь, свят Господь, славит Господа земля. Свят Господь, свят Господь, славят горы и моря. Свят Господь, свят Господь, все преклонятся пред Ним. Свят Господь, свят Господь, свят Господь наш Элохим. Свят Господь, славит Господа земля. Свят Господь, славят горы и моря. Свят Господь, все преклонятся пред Ним. Свят Господь, свят Господь наш Элохим. Славою облечен, ты вечно превознесен, ты начало и конец, ты Бог мой и мой Отец, ты славою облечен. Вечно превознесен. Ты начало и конец. Ты Бог мой и мой Отец. Свят Господь, славит Господа земля. Свят Господь, славят горы и моря. Свят Господь, все преклонятся пред Ним. Свят Господь, свят Господь, свят Господь наш Элохим. Свят Господь, славит Господа земля. Свят Господь, славят горы и моря. Свят Господь, все преклонятся пред Ним. Свят Господь, свят Господь, свят Господь наш Элохим. Свят Господь. Дорогой Господь, Ты все знаешь обо мне. Я знаю, что сделал много ошибок. Пожалуйста, прости меня. Войди в мою жизнь. Помоги мне следовать за Тобой всегда. Во имя Иисуса. Аминь. Уважаемые друзья, дорогие мужчины и женщины, я хочу сегодня обратиться к вам с очень важным предложением. Мое предложение заключается в том, что мы приглашаем вас стать нашими молитвенными и финансовыми партнерами. Дело в том, что на протяжении вот уже 13 лет
мы совершаем как церковь, как служение очень много социальной и благотворительной работы в этом городе. И нас знают по добрым делам, которые мы делаем для славы имени Господа. И сегодня в моих руках множество благодарственных писем, которые пишут учреждения, которым мы оказываем разную социальную, духовную, материальную помощь. И вы понимаете, что мы ограничены в своих возможностях, но если мы это будем делать вместе с вами, на самом деле этот эффект будет намного больше. Библия говорит, что один прогоняет тысячу, а двое прогоняют тьму. И если мы станем партнерами и будем делать что-то для людей, живущих сегодня в это нелегкое, тяжелое время, Бог очень сильно благословит вашу жизнь. Станьте нашим молитвенным и финансовым партнером, и вы увидите, как благословения Божьи потекут в вашу жизнь. Спасибо за ваши открытые сердца и вашу помощь. Мы ждем ее. Да благословит вас Господь.